На орбите проходит испытание первый спутник проекта российской программы широкополосного космического интернета «Сфера». Он называется «Скиф-Д». Этот проект поможет обеспечить интернетом самые отдаленные уголки нашей страны, где сейчас связь нестабильна или вовсе отсутствует. Спутник работает на неосвоенных прежде Россией высотах – 8000 километров. Это дает ему преимущество перед аналогичными спутниками Starlink Илона Маска, которые движутся по орбите на высоте 36 тысяч километров. Принципиальное отличие, что мы захватываем северные широты. Сегодня классические аппараты – это геостационарные. Они висят над экватором. Мы обеспечиваем покрытие равномерное всех широт нашей Родины, северных в частности. Там будет лучше доступ абонента на спутник. Это раз. А во-вторых, это все-таки не высокие орбиты. Геостационарная орбита – 36 тысяч километров. Мы размещаем нашу группировку на 8 тысячах, и это существенно низкие задержки, более низкие задержки, чем в классических системах связи. На создание подобного спутника обычно уходит около 6 лет. «Скиф-Д» собрали в рекордный для космической отрасли срок. Мы создали прям команду из молодых и средних инженеров, которые работали 24/7. И мы такой сложный проект, потому что спутник, он ничем не отличается от других больших спутников по сложности, по требованиям отработки. Мы сумели этот проект сделать фактически за год. Летные испытания спутника продолжатся до ноября 2023 года.